У Стеллы в «Бессмертие ушедшим» прошла церемония возложения цветов, приуроченная к празднованию Дня Победы. Во дворе здания 12 коллегий собрались студенты, волонтеры и сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета, чтобы почтить память универсантов, погибших в Великой Отечественной войне. Отдать дань уважения универсантам, воевавшим за свою родину, пришел ректор СПбГУ Николай Кропачев. Он вспомнил о подвигах студентов, спасавших Ленинград. Здесь, рядом с нами, за этим зданием, в здании ИСТФАКа философского факультета, находилась медицинская клиника, больница, где лечили раненых. В торжественно-траурной церемонии приняли участие и студенты Университетского военного учебного центра. Им выпала честь торжественно возложить гирлянду к Стелле. Ребята регулярно участвуют в таких мероприятиях, что укрепляет в них дух патриотизма. Ну, прежде всего, это память. Это надо не мертвым, это надо живым. Поэтому этими словами все сказано. И здесь основное то, что мы, подрастающему нашему поколению, которое проходит обучение в военно-учебном центре, все это прививаем, рассказываем, и они у нас с удовольствием участвуют во всех этих мероприятиях. В период Великой Отечественной войны на фронт ушли тысячи универсантов. В то же время в тылу, несмотря на опасность, трудились ученые, защищали кандидатские, докторские и продвигали науку. Эти подвиги в нашем университете помнят и сегодня. Яна Собора, Евгений Горяев, медиацентр СПбГУ.